Китай отобрал у США статус крупнейшего в мире рынка персональных компьютеров. Отчет компании IHS показал, что в 2012-м в Китае было продано 69 миллионов устройств, а в Америке только 66 миллионов. Эксперты компьютерной отрасли видят в Китае огромный потенциал, ведь в этой стране свыше 500 000 пользователей интернета. И хотя продажи персоналок в Китае растут медленно, всего на 3-4% в год, это мировой тренд. Это происходит из-за наступления ноутбуков и смартфонов.